Здравствуйте, дети. Вот только что я попробовал с предыдущим классом. Короче, решил не читать вам сказки, решил, что вы сами эту сказку сыграете. Не нужен мальчик высокого роста. Легко. И мне кажется, вот тут вот, молодой человек, который это самое, вот будет ветром. Ветер лучше будет. А, ветер? Ветер, да. Самый шипутной, самый быстрый. Ты быстрее. Вот тебе придется. Слушай, ты хромаешь, ничего сможешь? Да. Тебе придется стоять. Ну ничего. Ну, короче, сказки книга состоит из двух частей. В одной части сказки, которые написаны, были гораздо давно еще. Во второй части небольшая повесть про маленького мальчика. Давайте разыграем одну из сказок, называется «На стол». Ну, уже я понял, что в вашем городе нет улицы Лермонтова, нет улицы Победы. Да? А я в мое детство, примерно вот, немножко младше, чем ваш возраст, прошло в городе Жигулевск, это был Тольятти. Там есть такая улица. Ну, поэтому сказка привязана к этому месту. Можно немножко туда ближе к столу встать? У меня было больше места. Вот, там, где начинается улица Лермонтова, как раз около автобусной остановки, живет столб. Весь он заклеен объявлениями, заявлениями, всякими прочими бумажками, так что они все вместе похожи на большую мохнатую шубу, которая нисколько не защищает от мороза. А так автобус. Мне нужны три человека автобуса. Ну, за автобус. Ну, кто это? Ну, вы успеете. Вы будете автобусами. Сейчас на сайте будете по очереди выезжать, и я буду говорить, что говорить, а вы будете говорить, что я говорю. Мимо проезжает автобус, поехал первый автобус. Сейчас я не успею. Некоторые останавливаются, некоторые говорят, заходи, что ли, погрейся. Заходи, что ли, погрейся. Он говорит, извините. Извините. Я не могу, мне нельзя. Я не могу, мне нельзя. Если я уйду, то без меня кто-нибудь потеряется. Если я уйду, то без меня кто-нибудь потеряется. Ну так, убежденный, без меня кто-нибудь потеряется. Без меня кто-нибудь потеряется. Я понимаю, все, другой автобус. Глупец, ребята, автобусы дверями, говорит, глупец. Многие потеряшки, продолжает столб. Говори, многие потеряшки. Многие потеряшки. Такие маленькие. Такие маленькие. Что найти их можно только по объявлению. Что найти их можно только по объявлению. Пойдем автобус дальше. Все. Вот говорит следующий автобус. Какой нелюдимый, ворчат они. Там должно, надо ворчать. Ворчат. Скажи, нелюдимый. Вот лучше. Сделай такое лицо, чтобы только повернись. Значит, мы неправильно делаем. Должна, короче, понятно, что к нему обращаясь, но там же зрители, должна делать так. Какой нелюдимый, что все были. По выражению лица, что не нравится. Стоп. Нелюдимый. Такой нелюдимый, правильно. Ворчат они. Встал как нон-стоп. Сказать нечего, поехал дальше. Можете сесть пока. А столб ежится, он говорит, они видели мир. Они видели мир. Да, такие блестящие, быстрые. Такие блестящие, быстрые. Так было всегда, но вчера вечером в город пришел ветер. Ветер? Ветер. 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 Нет, ну ты там бегаешь, еще ты. Обратно беги, да. Целый час. Бегал, короче. Сейчас срывал вороньи гнезда, там, погладь кого-нибудь по голове. Нет, ну так аккуратно. Понятно, что вороньи гнезда, но все равно. А, так, кстати, назвал вороньи гнезда. Ну ладно, ничего, пускай, первый был. Вот. Гудел в трубах, тормошил сонные сугробы, да мальчик тормошил. Сонные сугробы. Сонный сугроб. Все, понял, все, молодец. Но это ему быстро надоело. Да? Ему захотелось с кем-нибудь поговорить. Глядь, стол. Привет, стол, стоишь? Привет, стол, стоишь? Нет, так удивленно. Стоишь? Стоишь? Стою. Брось стоять. Пойдем, я научу тебя отбивать вороньи гнезда. Брось стоять. И после этого я научу отбивать вороньи гнезда. Ну, так и не хочу гнезда, хочу видеть мир. Не хочу гнезда. Хочу видеть мир. Хочу видеть мир. Так покажи, что мир. Хочешь видеть, да? Как же ты его видишь? Ты шаг не сделал. Мир? А как ты его
скажи, а просто я еще мало живу? Просто я еще мало живу. Так, по убеждению, автобусы, я знаю, это правда, так, чтобы все поверили. Скажи, автобусы, я что, знаю. Посмотри в глаза каждому и скажи, автобусы, я знаю, это правда. Автобусы, я знаю, это правда. Тоже раньше были столбами. Тоже раньше были столбами. Я так мечтаю. Значит, у меня скоро вырастут колеса. Значит, у меня скоро вырастут колеса. Ну как значит? Автобусы такие везде ездят. Автобусы такие, они везде ездят. А ты, короче, начал сердиться. Автобусы, автобусы, ну, блин, не ездят по одной улице. Автобусы, автобусы, они ездят по одной улице. Автобусы. Автобусы, автобусы. Да. Ты, короче, жалкий, трусливый. Ну, блин. В общем, ты, короче, разозлился, опять начал бегать. Ветер не на шутку разошелся. Быстро бегай. Его конь превратился в рёв. Конь должен быть, но конь уже превратится в рёв. Ну хорошо, кто умеет? Ну, это бывает, как кино, сначала снимают кино, а потом его озвучивают. Получится так, что он ветер, он бегает, да? Ты идешь, ты его озвучиваешь. Ты его голос, а ты его... А ты, короче, все, а ты испугался, короче? Там же звезды, ну, он все выше, выше, а ты говоришь, там же звезды. Там же звезды. Маленькие потеряются, упадут. Маленькие потеряются, упадут. Крикнул он ветром, крикнул. Потеряется! Подожди! Подожди! Хорошо, значит, ты спустился. Вот смотри, сказал. Вот смотри. Сейчас я на тебя дуну. Сейчас я на тебя дуну. А ты с места не сдвинешься. А ты с места не сдвинешься. И со всей силы дунь его. Ну ладно, сильно дул. Со всей силы, можешь посильнее? Точно, только чуть-чуть забудил, буди. А, буди, ты озвучиваешь всех. А. Нет, нет, не реви, это не ветер, ты просто... Да нет. Стол. Тут просто будем. Короче, а ты, короче, а вот сейчас на тебя дуну в три раза сильнее. А вот сейчас на тебя дуну в три раза сильнее. Можно? Помощник. Можно я? Нет, надо мальчика. Вот, и ты давай. Это ну давай четвертый раз, да хоть все мальчики ходили. Люди, короче, на него дуть. Давай все мальчики! Можно все дуть, так, чтобы его с ног сбило. Тут задай, только не толкай, только дунуть надо сильно, чтобы его с ног не снесло. Вот ты не падай. Дуть, сейчас здесь сильно. А вот только ветерком. Хорошо, все. Вот это все. Стол, да. Стол висит, но устоял, да? Вот тут фонарь, конечно, у него в макушке погас. Вот ты сейчас стоял, упался, да? Упался, да? И вот фонарь погас. Фонарь погас. А, значит, ветер, наступила ночь. Ветер немножко побродил, и побродил, бег, так, побродил, там, а пошли, ну, ступни сничаются. Побродил, набил множество шишек, не сказка. Ветер еще немножко побродил в темноте по городу, набил множество шишек, и, не найдя столба, убежал в лес. Ну, поброди, стукнись обо что-нибудь. Поброди, только не сильно там лезь, ладно? Ну, споткнись там где-нибудь. Бум, тут-тут. Молодец. И все, лес, садись на место, молодец. Сейчас, секундочку. И убежал в лес. Стоп. Так, остался стоять. Один на всю ночь. Так, мне нужно будет много оружия. Суча, туча. Я, пожалуйста. Пожалуйста, проходите, проходите. Возьмите за руки. Берите за руки. Автобусы готовы. И мне нужны самые маленькие. Давай. Вот так вот прям вот Егор маленький. Нет, нет, просто встаньте лицом, сыпите с вами сапки. А ты за ней спрячься. Ты звездочка. Да. Вот только и только маленькие звездочки. Изредка, изредка, высовывали свои колючие носики из-за дверных облаков. Как же кошмары, как искренне звездочки. Да, и прятались обратно. Садитесь. Стоп, стоп, все, садитесь, все.
Стоп, значит. В такую ночь, задумчиво так, и крепко задумался над своими словами. Задумался. Крепко. Ну, крепче можно задуматься. Видел, я сейчас здесь спрашивал, видел памятник Пушкина в Национальном театре, в Национальной библиотеке, или что-то взрослое? Да. Вот, там стоит Пушкин, да, задумался. Сделай Пушкин.